Друзья, всем привет, с вами Андрюха. Река, значит, Нижняя Тунгуска, точка 161-133. Потихонечку ловлю здесь ленька, друзья. Так, что-то село лютое. И что это леночек? 2200. Ну, неплохой такой леночек. Так, в общем, точка 161-133. На карте это у нас G5. Локация Безветренный мыс. Но я думаю, вы и так все это прекрасно знаете. Сразу покажу вам сборочку. Ультима, значит, у меня ультралайт. 9-килограммовая катушка. Zeiman Jet Series. 0,18 плетеный шнур 10 на 10 килограмм, и 9-килограммовый флюоркарбоновый самодельный, друзья, поводок 0,38, рыбачный Юлин Юстин, оригинал Поппер 4F006. Значит, стоят Берсерк Хуксы Ультра Трейбл FS6, средний, 6-й получается номер. Так, ну, по-моему, отрыбачил я уже час. Да, час 1 минута. И потихонечку, я думаю, надо будет сейчас уже потихо закругляться. В принципе, покажу вам еще садочек. Ну, в основном старался брать только зачеты. Больше всех это леночек. Вон сколько штук. Кстати, самый крупный. Так, что-то клёкнуло осталось. А если вот посмотреть, сейчас вот неплохой взял. Или вот он, леночек по массе. Если отфильтровать, самый крупный 3882, и вот сейчас поймал на 2200. В принципе, ленок здесь есть. Рыбачил исключительно весь этот час на вот этот поппер. Поэтому, друзья, заходите, пробуйте. Скорость 44, быстро кручу ее, эту приманочку, стараюсь делать рысками, но так как тут течение не всегда получается, поэтому отсюда и скорость такая. Так, ну и мелкая тоже, да, что-то берет. Везек. Часто, очень часто, друзья, здесь леночек залетает. И довольно-таки прилично много крупненького и мелких тоже навалом, честно говоря. Так, ну что. Будет ли мне здесь еще какой-нибудь жирненький ленок? Хочет, нет. Вот так вот, несколько оборотов делаю, паузу небольшую. Рыскание появилось. Остановился. Также залетает, друзья, горбуша. Изёк тут. Пара штук залетела. Форельки, не знаю почему, практически здесь нету на эту приманку. Очень редко залетает форелька, и та мелкая. Ну и также хариус. Нет, проскакивает. Такая вот мелкая горбуша. Так, ну здесь надо линка, друзья, все равно закрывать. Трофеи и Нижняя Тунгуска. Вот он, ленок острорылый. У меня пока закрыто только пелить и хариус западносибирский. Ну, хотя на этой реке я уже довольно-таки много просидел. Я сначала на ней рыбачил, вот как она только появилась, друзья, то вот это время до появления ямы я прям, можно сказать, этой речки не вылазил.
Очень много людей, уже много каких рыбок здесь позакрывало. Мне что-то не залетает. Всего пара картинок. Так, время почти 8 часов на Тунгуске. Давайте. Вот эта рыбка будет последняя. В общем, вы поняли, вот на этот поппер, точка 161-133, вот здесь у лагеря, можно половить линка. Ну вот, очередной линок. В общем, сколько там? Ну, 29 хвостов за час, в принципе, нормально. Увидимся на базе. Прибежал, друзья, на базу, и первым делом хочу посмотреть, может быть, есть что-то интересное, друзья, в кафешке. Надеюсь, по крайней мере, что-нибудь здесь будет. Так, кафе «Карай Золотой», «Перловица Гальян Корюшка», «Окунек», «Ряпушка Сибирская», две штуки форелины. Ух ты, у меня их как раз две. 1699. Так, ну что, 65 монеток. Форелин получилось. Так, такое мне штучку Хариуза не ловил. В общем, 65 монеток. Форельки получилось. А все остальное сейчас я вам более подробно покажу. Итак, горбуша по массе самая крупная 608 грамм. Одна корюшка на 79 залетела. Линков довольно-таки много. 3861 монетка, 2235 монеток. Идем дальше. Хариус. 25 монеток на 893. Это восточно-сибирский, западно-сибирских. 3 штуки. Самый крупный на 524, на 14 монеток. Одна, собственно, щучка. И вот тут несколько изей. Вот самый крупный 1,5 килограмма на 7 монеток. В общем, друзья, вся рыбка вышла на 324 монеты. Плюс те 60, 380 монет. Да, 380 монеток за час. Так, времени вылова. Ну, 8 минут, да, я тут еще. Плюс-минус, короче. 380, друзья, монеты за час вышло. В принципе, это неплохой результат. Поэтому, ух ты, как потемнело-то быстро. Поэтому заходите, друзья, пробуйте. С вами был Андрюха. Увидимся в следующих роликах. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем, друзья, удачи, всем пока.